Приветствую вас, друзья! Сегодняшнее видео будет направлено, как правильно или как узаконить наши с вами хотелки. А хотелки в данном моем случае — это лифт, это два силовых бампера. Передним у меня установлена электролебедка, электровинч 12, задний силовой бампер с тяговым сцепным устройством. То есть квадрат идет, когда надо, его поставил прицеп, зацепил, когда не надо, вытащил, и все на этом. Также колеса увеличенного размера я поставил, и экспедиционный багажник. Экспедиционный багажник купил по объявлениям, бэушный, потому что новый, во-первых, дорогой, у меня там лист лежит алюминиевый полностью. Вот это все хочу я узаконить. Поэтому, кому это видео будет интересно или близко к сердцу, все, кто наши хотелки, как говорится, не только на Ниву, да, там УАЗы и не знаю какие там, ну, разные автомобили, как это правильно будет подойти к тому, чтобы все это узаконить. Сколько это будет стоить? Вот это самый главный вопрос, да. Сколько будет стоить одно изменение? Сколько будет стоить там 15 изменений? Если я это видео записываю, значит, я это прошел, значит, у меня все это получилось. Поэтому я вам все подробно об этом расскажу. Я зашел в объявление, где многие предлагают помочь узаконить. То есть зайдите на любые объявления, там, независимо какие. Помогу узаконить, помогу узаконить. Я многим позвонил, всем подал один и тот же автомобиль, подал 5 изменений, которые я хочу сделать. Многие мне перезванивали. Самый дорогой ценник — это 90 тысяч. То есть 5 изменений моего автомобиля — 90 тысяч. Странно думаю. Кто-то позвонил — 80 тысяч. Кто-то позвонил мне там 60 тысяч. Кто-то 30 тысяч. От чего такие суммы? Почему это такая разница? Я тоже как бы не понимал. Но нашел у себя в городе. Это техсервис у нас в городе, в Оренбурге находится. С кем я пообщался и через кого я это все делал. И на данный момент все у меня уже получилось и сделало. У меня уже в ПТС, СТС все вписано. Вот это. Теперь это вот мой заводской автомобиль. Теперь все эти силовые бампера безопасно, да, получается так. С лебедкой, то, что впереди. Все теперь у меня безопасно. Езжу на законных основаниях. Все вписано, как говорится. Поедем с вами в техсервис к Антону, который нам все подробно расскажет. Сколько? Антоха, привет. Да, привет, Сергей. Так, ребята, ну вот мы приехали в техсервис. Знакомьтесь, Антон, руководитель техсервиса. Компания, да? Техсервис, да. Кому я обратился, через кого я сделал все переоборудование на свой автомобиль. Добрый день, Антон, всем. Как Виталий уже сказал, то есть занимаемся регистрацией изменений конструкции транспортных средств, то есть оформляем внесение изменений, замена колес, фаркопы, ТСО так называемые, газобаллонное оборудование, шноркели, лебедки, экспедиционные багажники, лестницы и многое-многое другое. Не только легковые автомобили, также грузовые автомобили, спецтехника. Что касается из одной категории в другую, из одного типа транспортного средства перевести в другое, то есть был у вас самосвал, хотите сделать тягач, пожалуйста. Был у вас молоковоз, там, хотите сделать самосвал, пожалуйста. Все, каждому человеку, каждому транспортному средству индивидуальный подход. И с каждым человеком работаем индивидуально, доводим до своего логического завершения, помогаем с документацией, помогаем с оплатой госпошлины. Ну и дальше объясняем, как все это зарегистрировать в ГИБДД. Итак, Антон, первый вопрос. Всех интересует, сколько это стоит. Я, в принципе, эту процедуру прошел, озвучивать не буду, вот с твоих уст. Вот если брать, например, мой автомобиль Нива, и я туда внес примерно 5 изменений, да. Сколько стоит примерно от и до, и сколько изменений? Или одно колесо это стоит? Или вот расскажи, пожалуйста.
Примерно, опять же, от количества изменений правильно, да, зависит. Кто-то хочет просто зарегистрировать ТСУ, фарков, кто-то просто хочет зарегистрировать газобаллонное оборудование, а у кого-то внедорожник заряженный по полной. Поэтому ценовая категория варьируется от 10 до 50 тысяч рублей, в зависимости от количества изменений транспортного средства. То есть, чем больше внесено изменений, тем, соответственно, дороже стоимость. То есть, вот, например, если бы я просто хотел бы силовые бампера поставить, Просто силовые бампера варьируются от 15 тысяч рублей. О как, а от 10 тысяч тогда это? Это газобаллонное оборудование. А, вот как. Да. Антон, давай расскажем процедуру прохождения всего периода, тот, который я проходил. С чего я начинал, куда я документы подавал, на почту, на телефон тебе звонить, как с тобой связаться? Для того, чтобы подать документы, необходимо позвонить по номеру телефона, который будет указан. Мы обговорим все необходимые нюансы для регистрации, какие изменения были внесены. Обсудим, куда и когда предоставить автомобиль. Автомобиль необходимо будет предоставить на фотографирование, на взвешивание и на сверку агрегатов, и на сверку всех изменений, которые внесены. Параллельно этому документы нужно будет скинуть на почту. Почту мы отдельно скажем. Документы, значит, нужны будут в формате PDF отсканированные, это ПТС, свидетельство о регистрации, паспорт собственника, СНИЛС. И все документы, сертификаты на оборудование, которое установлено на автомобиле. После этого подается заявление в лабораторию. Через 2-3 дня мы получаем с лаборатории заключение, которое отдаем клиенту и с которым человек непосредственно обращается в техотдел ГИБДД для регистрации данного заявления. В отдел технического надзора. Сейчас документы с вами подадим. Нам должны одобрить. Заплатим с вами госпошлину, в принципе, и будем дальше думать. После того, как ГИБДД подпишут данное заявление, клиент возвращается к нам с этим заявлением, и мы уже непосредственно подаем документы на вторичную экспертизу, опять же, в лабораторию. Получаем протокол. И уже с этим пакетом документов мы производим замеры автомобиля, производим взвешивание автомобиля, производим осмотр. Дальнейшие действия. После того, как мы оплатили госпошлину 1000 рублей, получили одобрение от ГАИ, сейчас нам нужно будет ехать на фотографирование автомобиля. Поэтому сейчас я приехал в гараж и будем приводить автомобиль в сток. То есть вот эти мы все светодиодные снимаем с вами и ставим заводские. Заводские я, слава богу, оставил, лежат в упаковке в гараже. И вот эти фонари мы с вами снимаем, тоже ставим заводские. Приехал я на взвешивание. Ребят сказали, заезжай. Вот такие весы большие. Как проходил замер, я не стал вам показывать. Там, в принципе, девушка вышла с рулеткой от верха багажника до низа, померила ширину, померили от бампера до бампера переднего, замер сделали. Потом замер сделали как от переднего бампера до ТСУ, тягово-сцепного устройства, вот так торчит. Получилось что-то 4,46, что ли, примерно вот так. Ну и все, отфотографировали. Сейчас вот мы взвесим. Взвешение с вами произвели, ровно 1,5 тонны. Я для интереса сам встал, получилось 1,620 тонны. Ну, короче, 120 килограмм моих прибавилось, то есть весы относительно правильно показывают. Но опять с учетом полного бака 1,5 тонны. Осмотр производим, значит, если каких-то сертификатов не хватает, мы поможем. Собираем пакет документов, и владелец, и транспортное средство отправляются на техосмотр. Итак, приехал я в автоцентр «Дакар» к Евгению, чтобы мне сделали техосмотр. Евгений, здорово. Всем привет, меня зовут Евгений еще раз. Я работаю в автокомплексе «Дакар», мы находимся по адресу Гагарина 43/6. Мы занимаемся техосмотром, делаем ОСАГО, моем автомобили и также их обслуживаем.
поэтому приезжайте к нам, всем подписчикам Виталика с канала Нива 007. Мы делаем скидку 10%. Обязательно говорите это, когда приезжаете к нам. Да, ребят, не забывайте, кому нужно сделать ОСАГО, сделать техосмотр, да? Мойку, да. Вот, приезжайте, автоцентр Дакар, 10% скидка от меня. Не забывайте говорить, что вы с YouTube-канала Нива 007, правильно, Евгений? Да, все верно. С Евгением мы сделали техосмотр. В двух словах, что нужно было сделать для того, чтобы, ну, произвести техосмотр? Чтобы произвести техосмотр, нужно, чтобы автомобиль был в надлежащем состоянии, чтобы не было тонировки, чтобы горели все ходовые огни, поворотки, аварийки. Если у вас есть какие-то тюнингованные вещи, вот как у Виталия, нужны соответствующие документы для этого. Нужно произвести... Ну да, чтобы вписать это. Да, все это вписать, все, то, да, что мы с вами сделали. Да, все верно, чтобы в ГАИ вам вопросов не возникало. Теперь мне осталось поехать в технадзор, оплатить госпошлину, предоставить все документы, и дальше мы уже с вами свяжемся и покажем, что будет дальше. После прохождения техосмотра оплачивается госпошлина. И когда все эти бюрократические действия завершены, вместе с автомобилем мы приезжаем в техотдел ГИБДД, сдаем документы, инспектор осматривает автомобиль и выдает свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными его конструкцией изменениями. Добрый день. Приехал в технадзор. 1500 оплатил. Сейчас зайдем, подадим документы. Ну, что-то долго было, то компьютеры не работали. Вот. И парень там, молодец с ним. Нашли общий язык, пообщались. Смысл какой, он вышел, посмотрел машину, все сверил. Я написал заявление, пока он все это вносил. Ну, по времени, как бы, час вы точно находитесь. Все, вот такой вот он выдает мне свидетельство о соответствии транспортных средств о внесенном в него конструкции изменения требований безопасности. Теперь мне нужно ехать в ангар, в ангаре осматривают. Да, потом мы приезжаем в ангар. Потом мы едем, проезжаем ангар. Подаем... Все, заезжаем в ангар на осмотр автомобиля. Мы прошли с вами ангар, осталось нам в РЭУ попасть. Он меня спрашивает, зачем я вносил ТСУ, тяговое цепное устройство. Я говорю, ну вроде сказали, что надо. Говорю, вроде как бы. Он говорит, у вас с завода вписано. Непонятно. Вот. Ну, говорит, ладно, лишним не будет. Подаем документ в окошко. И записывался, приехал в регистрационный. Сейчас должны нам в ПТС все вписать. В окошко. И получаем свидетельство о регистрации с отметкой. Да, вписывают в ПТС. И ПТС тоже, особое, да. И СТС, особые отметки. Особые отметки, так, все правильно. Ну все, друзья, можете меня поздравить. Переоборудование своего автомобиля у меня подошло к заключительной точке. Все мне выдали, ПТС, сейчас вам все покажу. Особые отметки внесено. Установлен усиленный передний и задний бампер. В переднем бампере установлена электролебедка. Колеса с шинами большего размера 215-65. Только не написано размерность... То есть, может быть, 16-го, 17-го поставить, как я понимаю. Так, на крыше экспедиционный багажник. ТСУ, лифт 5 сантиметров. Все, внесли. Здесь тоже особые отметки. Все также внесено. То есть, сотрудник, когда вас останавливает, вы его даете свидетельство, он сразу видит то, что у вас установлено. Усиленный передний задний бампер. В переднем бампере установлена электролебедка. Колеса с шинами большого размера 215-65. На крыше экспедиционный багажник. Тяговое сцепное устройство, лифт кузова 50 мм. Так, еще один вопрос. Смотри, вот, например, человек машину уже переоборудовал, уже она готова. Ему нужно будет все это снимать, чтобы узаконить? Или это вопрос как-то решается уже, можно, с переоборудованием? Нет. Если человек машину уже переоборудовал, соответственно, он предоставляет нам автомобиль уже в переоборудованном виде, и мы уже будем регистрировать по факту. То, что внесено, уже будем регистрировать по факту. Не обязательно что-то снимать. Да, возможно, что-то установлено не сертифицировано. Такие вещи снимать придется. Это касается дневных ходовых огней. Это касается всяких всевозможных световых приборов, которые сейчас продаются на рынке и в магазинах. Эти приборы не сертифицированы. Их устанавливать нельзя. Да, я тоже снимал надфарники светодиодные, потому что я бы с ними не прошел. Да. Ну, хотя знаю, что есть светодиодные фонари,
сертифицированные. То есть, если есть сертификат, то их можно будет писать, правильно я понял? Если есть сертификат, то вопросов нет. От производителя, например, от производителя. Если идет, да? То да. Это все вписывается. Балка, например, на крыше, как знаю, вроде не вписывается. Она не сертифицирована. Да, да, хотелось бы также еще сказать, что наша фирма занимается не только этим замечательным делом. Также мы занимаемся установкой дополнительного оборудования на легковые, на грузовые автомобили и спецтехнику, ремонтом узлов и агрегатов, установкой газобаллонного оборудования, установкой системы ГЛОНАСС, тахограф, изготавливаем карты водителя и многое-многое другое. То есть к вам обращаться. Обращайтесь, пожалуйста, номер телефона поможем. Видите, да? Да. Да, и самое главное, кто, если будет из моих подписчиков, вам обращаться, на какую-то скидочку надеяться можно? Обязательно. То есть, мы если, обещаем. Да, если ребята звонят и говорят, вот мы смотрели видео, например, да? Вот, только вы с какой-то скидочкой решите. Конечно. Другой вопрос тогда еще. Если не с Оренбурга человек, а с других регионов? Мы взаимодействуем со многими регионами, с ГИБДД многих регионов. Для того, чтобы подать заявление в ГИБДД другого региона, от человека достаточно реквизиты этого ГИБДД. Мы будем подавать заявление именно по месту жительства человека, если ему неудобно сюда приехать. Угу. Все, принято. Все, спасибо. Хорошего. Потрачено времени, наверное, недели две, ну, полмесяца. Сильно не заморачивался, в принципе, не бегал, но хотя мысли были, думаю, все-таки деньги там платишь, туда-сюда надо отдать. Думаю, а вдруг не получится, а вдруг то, а вдруг это. Но все у меня получилось, все у меня узаконили, все нормально. Теперь буду ездить уже, даже если поедем в Башкирию, а там сотрудники жесткие, если тебя останавливают, они вплоть до, короче, машину грузят и на штрафстоянку отвозят. Теперь куда-либо я не поехал, мне как бы вот эти придирки сотрудников уже по боку получается. Все у меня вписано, в особых отметках все указано. Остановили, показал, все, вопросов нету, поехали. В случае ДТП, в случае, не дай бог, каких-то там серьезных таких, ну не дай бог все вот это, опустим. Вы, если не узаконите, будете автоматически там виноваты. Потому что внесли в конструкцию изменения, не узаконили. В моем случае, надеюсь, что все будет правильно. Все, я думаю, на этом видео можно заканчивать. Про цены, куда обращаться, как, сколько времени, все я вам рассказал. Если вам видосик понравился, делайте репост этого видео всем своим друзьям, у кого УАЗы, Нивы, или кому-то нужно что-то сделать, переоборудование, или кондиционеры установить. Знаете, куда обращаться. Телефоны, все есть. Под видео в описании все координаты всех людей. Все у вас будет. Все, будьте здоровы. Пока. Подписываемся на мой YouTube канал. Также Яндекс.Дзен. Телеграм-канал. Нас там уже много. Мы общаемся ежедневно со всех уголков нашей страны большой. Присоединяйтесь. Все, будьте здоровы.